приветствую зрителей своего канала. Как отмыть линолеум, в общем, оттереть от краски, да, без растворителя. Я посмотрел, у меня растворителя, в общем, нету. Ну, я орел гараж, да, получается, что-нибудь я придумал. В общем, тряпка у меня ранее намочена, ну, так скажем, водой. Взял я, в общем, вот белизну, смотрите. По правде сказать, я не знаю, получится или нет. Но ролик я выложу, потому что вы находитесь на синхронизации моей жизни, да, и обычно то, что я делаю, особенно в первый раз, как готовлю, там, к примеру, да, вот, у меня подписчики знают, я обычно стараюсь все это выкладывать, чтобы, то есть, получать опыт. С этого опыта потом... То есть продвижение дальше, то есть как вот вначале ничего не знал, да, не умел, а потом получается, как по карьерной лестнице расту, продвигаюсь, там все дела, там, знаете. Вот сейчас вот тут откроем вот так вот. Вот тут как-то открывается. Вообще белизну ни разу не открывал. Покупать, конечно, покупал. Открывать-то и точно не открывал. В общем, тут вот какая-то вот есть такая, чтобы открыть, да? А, вот она. Ну, видите, до этого она у меня не открылась. Блин, краска, да чё, этот самый такая кумарная, если честно. Сейчас попробуем. Я от запаха избавлялся. Красил стену, есть ролики. Переходите на мой канал, смотрите. А сейчас получается оттирать. Ну, смотрите, в принципе, как бы, да, скорее всего, наверное, получится. Или получится оттереть, или получится размазать. Даже не знаю, что лучше. Что лучше. В общем, это у нас вот так вот белизна оттирает краску. Буду оттирать разными способами. В любом случае, мне надо оттереть. Что я такую грязь оставлю? Конечно, ее не видно, как бы, да? Но я в первую очередь убираю грязь. Не ту, которую видно, а ту, которую не видно. Поэтому такая особенность у меня. Так, сейчас знаете, что я сделаю? Сейчас я попробую взять... В общем, перекись. Возможно, мы попробуем сейчас с перекисью. Или давайте вот еще средство у меня есть. В общем, получается, ведро с водой. Там у меня йод, перекись водорода и мистер Пропер. Это вот я стены ранее мыл. Сейчас посмотрим, чем мы оттерем. Так, ролик, если зайдет, да, будет популярным, будут писать, что для чего я это делаю. Ну, так как вы находитесь на синхронизации, вот если я это делаю, то я, значит, это и записываю. Вот многие не могут это понять. И не переходят на канал, не читают, что, чего там, как там. Эти дела. Плинтус, в общем, решил выкрасить. Видео записать, что не делают в ремонте в 21 веке, там что-нибудь такое. Не стал, в общем, писать, но его нафиг. Так, в общем, смотрите. Ну что, получается, оттирает, да, или нет? Что-то не могу понять, в общем, какая-то ерунда тут. Так, что тут у меня? Ну, тут очень, кстати, много разных средств. Антижир. Есть вот такой вот антижир. Давайте попробуем, может... антижир справится. В общем, все будем экспериментировать. Я смотрю, там в тренды молодежь как бы экспериментирует, все как бы нормально. Не, антижир не пойдет. Сейчас другое что-нибудь принесу. Так, принес, в общем, я перекись. Сейчас посмотрим. Ну, в общем, в любом случае, я думаю, оттерем как-нибудь. Пишите в комментариях, и также зрители новые, да? Смотрите по комментариям, да.
Немножко тут перекиси, вот, перекись водорода. Сейчас посмотрим. Она, кстати, должна тут оттирать все укробы, убивать. А, смотрите. Ну да, кстати, вроде как оттирает. Так, еще есть у меня дриван. Сейчас вообще все будем использовать, как бы это дело. Посмотрим, что тут у нас. Выедать, наверное, да, все будет. А его, наверное, на дрела надо, чтобы он полежал, да? А, вот, смотрите. Ребята, смотрите. Вот, видите? А дрелан-то лучше всех, лучше. Все выедает. Все. Вообще бомба. Смотрите. Четко. Просто четко. Это надо говорить четко. Так, сейчас. Ой. Все потекло тут у нас. Это у нас белизна тут вообще. Вообще жесть полная. Полная жесть. Ну, в общем, самое главное — результат. Победители не судят. Блин. Запах белизны вообще терпеть не могу. Ой. Сразу какую-то больницу напоминает. Сейчас я закрою ее. О, вонища стоит. Жесть вообще. Сейчас я закрою вообще и уберу. Ой, тут точно кошками не будет пахнуть. Даже красить не придется. Вот. Алё-гараж, да? А чего алё-гараж? Без алё-гаража даже полы старые не могут выпросить. Вот, смотрите, губку беру. Вот дрелан. Вот сюда вот прям так вот делаю. И смотрите, в общем, сейчас буду все оттирать. Только делайте все в перчатках. Руки все щипят. Белизну, в общем, я вытер. О, прикиньте, лучше, чем растворитель. И, кстати, не воняет он. Ну, как растворитель, в смысле, не воняет. Пахнет адреланом. Вот, прикиньте. Губочкой пошел. То есть, у меня даже в углах, и то чистота. Ничего нет у меня. Ни краски. Все чисто. Я не говорю, что идеально. Не идеально. Ну, чисто. Отлично, да, как оттирает. Сейчас я, кстати, весь пол протруем. Вообще бомба будет. Пишите комментарии также, у кого нет адрелана, допустим, да, как бы он, наверное, дорого стоит. Я не знаю, если честно, сколько он стоит. Поэтому как бы не могу сказать. Пишите, в общем, в комментариях, чем еще можно вот. Нашатырным спиртом, наверное, да, вот можно краску попробовать отмыть. И еще там чем-нибудь. Ну вообще, да, идеально. Идеально оттирает. Так, ну и результат выкрашенной стены. Кто не видел, конечно же, можете посмотреть. Все четко, все в идеале. Видите, как это, где плита у меня стоит, получается. Все прям вообще бомбически. Получается, все адрелан у нас оттирает, так скажем. Так, ну давайте вот еще немножко, да? Смотрите, прям как будто и краски не было. И главное, краска не впитывается, он не размазывает, а все оттирает. И можно потом вот этой вот губочкой сложить вот так вот.
И все. Всем спасибо за просмотр, за комментарии, за лайки. До новых встреч.